Всем привет! Продолжаю рассказывать про колонию муравьев-жнецов, которые вот уже неделю живут в формикарии «Кристалл». Пока все идет хорошо, за исключением одного муравья, который сейчас лежит уже порядка 2 часов возле поилки и не шевелится. Скорее всего, он уже, к сожалению, не выживет. Тем не менее, остальная колония чувствует себя хорошо. Занесли они сюда еду. Кроме этого, я попробовал дать им семечки арбуза, и насколько я вижу, что семечки им понравились, и они пытаются занести их в гнездо, увязая, как вы видите, в песках зыбучих, но тем не менее стараются, и через некоторое время, я думаю, у них все получится. Как вы можете наблюдать, убрал я отсюда окаменевшее дерево, потому что, не знаю, что-то оно мне не очень понравилось, и я вообще в дальнейшем хочу сюда какую-нибудь коряшку красивую подобрать. Но пока оставлю песок, до тех пор, пока мне что-то конкретное уже не понравится. Сейчас вечер, и вы видите, что те семечки от арбуза, которые я почистил, они перенесли в гнездо. Кроме этого, они занимаются ухаживанием за своим потомством, и, наконец-таки, они начали наводить порядок в своем жилище. И тот песок, который попал во время засыпания его на арену, они начали выносить. Вот порядка 3-4 муравьев постоянно берут песчинки и выносят их на арену. И, я думаю, к утру эта комната уже будет очищена от песка. Итак, сейчас утро. И муравьи немножко рассортировали ту еду, которую они принесли к себе в гнездо. Здесь они в первой комнате своей оставили больше мака, во вторую комнату они принесли семечки от арбуза. Эту комнату вы видите, что она полностью очищена от песка. Появляются яйца уже почти готовые, сформировавшиеся муравьи. И скоро, я думаю, что будет появляться первое потомство. Кому интересно, подписывайтесь, и в ближайшее время я планирую продолжить наблюдать за муравьями и выкладывать небольшие обзоры о жизни колонии. Всем спасибо, всем пока!